Вкусный праздник устроили представители национальных диаспор воспитанникам Ивановского детского дома номер 2. Татары, дагестанцы, белорусы, узбеки и таджики презентовали свои национальные блюда. Мясные пироги, шашлык и, разумеется, плов. Мы в первую очередь приготовили наши национальные такие классические блюда. Это суп лапша, который ставится всегда на праздник гостям. Приготовили балеш. Еще другие называют парамеш, это вот на татарском языке, в зависимости от той местности, где это готовится. Также мы привезли свой мед из Татарстана, цветочный мед, тоже Татарстан славится своим медом. И непосредственно вот татарское блюдо, где встречаем мы своих гостей, своих дорогих людей, всегда с чак-чаком. Это признак гостеприимства татарского народа. Мы приготовили, конечно, чак-чак. В этом соревновании вкусов и ароматов не было жюри. Оценивали кулинарные таланты друг друга в узком кругу. Единственное обязательное условие праздника – рассказать гостям секрет приготовления каждого блюда. Называется слоеный хинка. Это традиционный дагестанский, чисто дагестанский. Это курица фаршированная, тоже дагестанское блюдо. Там есть три вида мяса внутри – орехи, мясо. Специи. И какой же праздник обходится без песен и танцев? День национальной кухни стал прекрасным поводом для дружной встречи представителей разных диаспор. В планах проводить его ежегодно и с большим размахом. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.